Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра. Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем недолго. Скоро все начнется. Могут ли они решить эту задачу, вы узнаете на EATV. Добро пожаловать на футбол. Этим вечером именно он собрал нас вместе. Комментаторы сегодняшнего матча Георгий Черданцев и Константин Генич. Продолжается групповая стадия, и сегодня мы смотрим очередной ее матч. Сборная Шотландии сыграет против сборной Португалии. Нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет, и терять очки тоже, поэтому команды на поле выходят за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. Такой состав будет с первых минут на поле. Португалия сегодня играет в таком составе. В защите Рубен Диас играет, с Пепе в центре защиты. Бернардо с первых минут играет, с Ляо на флангах в полузащите. Нападение сыграет Криштиану Роналду. Хороший контроль мяча, не так просто его отобрать. И все-таки мяч оказывается у соперника. Ляо. Жуао Канселу. Рафаэль Ляо с мячом. Палини с мячом. И вратарь, как здорово играет. Уходит ближе к центру. С мячом Жоао Палини. Бернарду Силва. Бернарду Силва. С мячом Оттавио. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. МакГин. Хороший темп набирает атака. Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч. Далот. С мячом вперед он идет. Обостряет в штрафную. Выручил он свою команду. Хики. Эндрю Робертсон получает мяч. Каллум Макгрегор. Пытается соперник мяч отнять у них, но очень уж хорошо в пас играют они сейчас. Оттавио. Бернардо Сильва. Здорово играет в отборе. МакТомини. Палини. С мячом Палини. Оттавио. Здорово отдано на ход.
И ничего у них не получается в этом эпизоде. Избавляться от мяча сейчас надо. Через одного игрока атака сейчас развивается. Есть навес в штрафную. От души по мячу он приложился. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар, Георгий. Так, ударчик. Самый простой и надежный способ в такой ситуации – просто-напросто выбить мяч, и все. Хорошо мяч укрывает он. МакГин. Атака прервана, это потеря. Бруно Фернандеш. И ближе к воротам игра переходит. Хорошо укрыл мяч. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Калум Макгрегор. Хики. Одна минута добавлена. Это одна, максимум две атаки. Ну что же, будем считать, команды присматривались друг к другу в первом тайме, а победители определят после перерыва. Мы продолжаем. Впереди второй тайм. Отавио. Фернандеш. Жао Канселу. Отавио. Отличный прием. Так держать. Тирни. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного свое владение. Да ты только посмотри, что вратарь делает. Как он спас сейчас, а? Что он сейчас творит? Просто невероятно! Действительно, это удивительное спасение. Пошла подача в штрафную. Штрафной в пользу сборной Португалии. Далот. Бернардо Силва. Ставит корпус, не расстается с мячом. Бернардо Силва. Португальцы теряют мяч. Эрон Хики. Идут в атаку они. И что дальше тут будет? Такой шанс упускает команда. Мог и, наверное, все-таки должен был он открывать счет, но удар подкачал. Похоже, тренер считает, что нужно освежить игру.
Далот. Палинья. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш. Мяч у Роналду. Оттавио. Хорошо мяч вперед тащит. Офсайд сигнализирует боковой. Замена двойная, но в разных командах. Просто у него мяч не отберешь. Криштиану Роналду. Атака прервалась на подступах к штрафной. Повреждение сказывается. Тяжело ему играть. Жао Канселу. Оттавио с мячом. Здорово мяч у них ходит, и соперник никак не может его отобрать. Канселу. Отличное оборонительное действие. Робертсон. Перехват. Мяч переходит к другой команде. Пошли последние 15 минут. Стюарт Армстронг. Хороший прессинг соперник показывает. МакГин. Мячом по линии. Не будет больше у них возможности забить. Последняя атака идет. Около 8 минут до конца основного времени. Мяч все ближе к воротам. Атака продолжается. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Ляо. По линии с мячом. По линии. Бруно Фернандеш. Не дает он до мяча добраться сопернику. Эрон Хики. Тут его прижимают, не дают пространства. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Не хотят они играть в ничью сегодня и идут вперед в самой концовке матча. И мяч переходит к соперникам. Мы так и не дождались забитых мячей, зато дождались финальный свисток. Торжество оборонительного футбола и вратарского искусства – это тоже интересно. Но по-своему, и нравится далеко не всем. Поверьте, даже те, кто на поле, больше любят голевые ничьи, чем рабочие 0-0. Yeah, but it was good form. It was good form. Yeah, much better.